Татьяна Серегина в 72-м доме по проспекту Ленинского комсомола живет больше 40 лет. Говорит, за это время ремонта здесь ни разу не было. Все давно обветшало. Обновлению рада и надеется, что вся эта красота сохранится надолго. По сравнению с тем, что у нас было и что сейчас, это небо и земля. Я лично довольна. Мне очень нравится все. Нравится обновление и остальным жителям, которые принимали активное участие в выборе дизайнерского решения и цветовой гаммы. Во всех четырех подъездах покрасили стены. На первом этаже заменили плитку, поменяли осветительные приборы, почтовые ящики, мусоропровод, входные двери и домофоны. Установили поручни, информационные щиты и козырьки. Но остались у людей еще пожелания. Пожелания небольшие. Установка пандусов и поручней. В принципе, когда ремонт начинался, мы планировали эти работы сделать, но потом вроде как большинство людей решили, что не нужно. Сейчас решили, что нужно. В принципе, тут ничего сложного нет. Главное определиться, где жители видят это все, как должно выглядеть. Мы отработаем. Больше остальных пандус нужен Ольге Варламовой, молодой и активной колясочнице. Сидеть безвылазно дома не для нее, но первый этаж подъезда – неприступная крепость. Мама девушки Марина из последних сил помогает дочери. Моей дочери скоро 26 лет. А пока она была маленькая, это было все неплохо. То есть я справлялась. Сейчас она выросла, я стала старше. И мы попросили администрацию установить нам электроподъемник в подъезд. К решению вопроса подключился депутат по этому избирательному округу Владислав Рымша, который считает наличие доступной среды основополагающей для любого объекта недвижимости. Мы, в общем-то, вышли с этим предложением на заместителя главы с просьбой помочь установке электроподъемника. Что, в общем-то, и у нас и получилось. Вот на последнем совете депутатов было принято решение по поводу выделения денежных средств на покупку, на закупку данного оборудования. Сейчас ремонт, вот вы были присутствовали на сдаче ремонта, но, соответственно, вопрос по установке этого подъемника, он у нас еще впереди. Самое главное, что деньги выделены, и я так понимаю, подъемник будет, и эта семья будет им пользоваться. В этом году в рамках губернаторской программы «Мой подъезд» в Ленинском городском округе отремонтировали 32 подъезда. Денежные средства выделяет муниципалитет и софинансирует Московская область. Юлия Погосян, Александр Логинов, Максим Константинов. Видное ТВ.